Фестиваль «Пятница» вновь собирает друзей. На берегу Камы царит атмосфера праздника, которую со сцены транслируют творческие коллективы. В этот вечер воспитанники детско-юношеского центра презентовали горожанам свои объединения. Дети, занимающиеся в ДЮЦ, выступали со своими номерами. Также в эту пятницу ДЮЦ организовал на набережной мастер-классы. И в каждый кружок детско-юношеского центра желающие могли записаться. Шишкин Александр, к примеру, в центре учится игре на гитаре. И с нами он поделился своими успехами, продемонстрировав то, чему уже научился за полтора года занятий. Молодой человек с теплотой отзывается о своем наставнике, преподавателе игры на гитаре. Очень хороший, прекрасный человек. Очень грамотно и качественно объясняет. Абашева Наталья Валерьевна. А это бессменные участники пятницы, творческое объединение «Зеленка». Со своими песнями выступают для отдыхающих на берегу Камы. Так, что ж заслушаешься? Да, дальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в которой прячется тепло? Где обиды, а где боль? Все пройдет само собой, как на рану сыпать соль. Ведь ранила меня стрельба. А еще в этот вечер на центральной набережной состоялись соревнования среди совсем юных спортсменов на беговелах. Эти ребята занимаются в спортивной школе «Сокол». Возраст участников от 3 лет до 6. То есть это первый этап. После беговелов ребята переходят в BMX, наш велоспорт, и там успешно занимают хорошие места на республиканском уровне. Победители соревнований, конечно, получили заслуженные медали, грамоты и подарки. А в следующую пятницу на берегу Камы планируют не менее интересную и насыщенную программу. Вновь будут творческие номера и праздничная энергетика.